В историко-культурном центре открылась выставка «Советский Новый год». Экспозиция создана в преддверии самого главного зимнего праздника и столетнего юбилея со дня образования СССР. Именно в этот период нашей страны и зародились основные традиции всеми любимого торжества. Нарядная елка с игрушками, Дед Мороз и его внучка Снегурочка, бой курантов, сладкие подарки с советскими конфетами – именно эти экспонаты встречали посетителей выставки. На торжественном открытии сотрудники центра провели небольшую экскурсию по выставочным залам. Гости мероприятия услышали историю зарождения новогоднего праздника, познакомились с коллекцией советских игрушек, узнали о создании и авторах песни «В лесу родилась елочка». А для чего мы эту выставку создали? Мы эту выставку создали для того, чтобы показать то, что у нас есть в фондах. Это наша советская елочка с фонариками, видите, с игрушками 50-х, 60-х, 70-х годов. Эти игрушки приносили нам жители нашего города. Начальник отдела культуры и дополнительного образования Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Елена Гаськова отметила, что выставка получилась очень уютной и по-настоящему возвращает детство. В каждой семье есть определенные традиции празднования Нового года. Есть определенные вещи, которыми мы дорожим. Мне сейчас вспоминается, выставка настолько эмоционально теплая, что приятно здесь согласиться находиться. Праздник завершился угощением шоколадными конфетами и мандаринами. Выставка будет работать до 29 января.